Всем привет! Сегодня я покажу вам, как открыть бутылку вина, если у вас нет штопора. Этот способ очень интересный. Мы будем открывать с помощью ножа. Нож есть на пикнике, на природе, всегда. Досмотрите это видео до конца, и в конце я покажу еще один способ, как открыть вино вообще без никаких приспособлений. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, мы добрались до пробки. Теперь берем нож. Нож, конечно же, на пикнике, на природе всегда есть под рукой. И что мы делаем? Вставляем нож ровно посерединке. Делаем это аккуратно. И главное условие, чтобы нож был острый. Вставляем его. Берем полотенце, салфеточку, накрываем, обворачиваем лезвие, чтобы не пораниться. И вращаем бутылку по чуть-чуть, помаленьку. И наша пробка будет выходить. Вот и все. Вот таким нехитрым способом мы открыли бутылку вина. Сделать это проще, чем вам кажется. Ну и как я обещал, покажу теперь второй способ. Можно открыть даже бутылку без штопора и без ножа. Как это сделать? Для этого просто взболтайте хорошо вино. Делать это нужно секунд 15-20, можно и по кругу. И с помощью пальца вы просто проталкиваете пробку вовнутрь. Все у нас получилось. Если, допустим, у вас не получается с помощью пальца, вы можете задействовать, допустим, маркер, ручку, все что угодно. И с помощью маркера протолкнуть пробку. Вот и все. Вот такие простые способы, которые реально работают. Теперь мы спокойно можем наливать вино. Вот такие, друзья, два способа. Обязательно запомните их и берите себе на заметку. Если вам это видео было полезно, поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Им оно тоже пригодится. Спасибо большое за внимание, хорошего настроения и до новых встреч. Скоро увидимся.